В Самару пришло небольшое весеннее потепление. В первой декаде марта синоптики прогнозируют погоду выше нормы на 3,5 градуса. Днем плюсовая температура, ночью столбики термометров будут опускаться ниже нуля, рассказывают специалисты Приволжского гидрометцентра. Такая переменчивая погода в Самаре и области будет благодаря поочередно надвигающимся атмосферным фронтам, которые образуются в Атлантическом океане и проходят через скандинавские страны. Ожидается погода, облачно с приснением погода. Ночью мы снег небольшой ждем лишь местами. Днем с приближением теплого фронта снег пройдет уже повсеместно. При юго-западном ветре 7-12 метров в секунду. Последующие двое суток погоду будет определять влияние фронтальных разделов. Поэтому ожидаем преимущественно облачную погоду. Небольшие умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Преимущественно в ночные и утренние часы местами будет образовываться гололедица. Самарцы уже в ожидании теплой весны, хотя считают, что зима пока еще не собирается сдаваться. В марте еще должен быть снегопад. В нашей классе, по крайней мере, все ожидаемо. До апреля точно будет лежать. До середины, до 14-го. Уже тепло, поэтому будет чудесно. Я думаю, что так. Ждем, что будет очень хорошо, прекрасно, и все будет таять. 8 марта наверняка будет хорошая погода. В то же время метеорологи считают март зимним месяцем, а началом фактической весны в большинстве регионов называют 20-е числа марта. Именно в это время зима начинает уступать место весне. По данным специалистов Гидрометцентра России, холоднее обычного в этом году будет в южных регионах. Не слишком теплый март ожидается на Урале и в Сибири. При этом самыми холодными точками в России в марте этого года станут Якутия и Таймыр. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.